Всем привет, меня зовут Егор Шкрет, и сегодня мы снимаем офигенное видео, которое должно тебе понравиться. Это уже четвертая часть пранка над экстрасенсами, и я знаю, как вам нравится эта рубрика. Мы потратили на поиски экстрасенса целых 3 дня. Они либо не соглашались приезжать сюда, либо не соглашались на съемку. Но все-таки мы нашли одного экстрасенса, и пусть он не согласился на съемку, мы придумали, как его можно обхитрить. Чтобы у нас точно все получилось, мы установили огромное количество камер по всему дому. Я взял свою сумку, вырезал небольшую дырочку для камеры и хорошенько ее замаскировал. Так вы сможете видеть его лицо и эмоции от первого лица. Стоп. Звонит, вот это он. Все, ребят, готовы? Никита, Никита, да, подожди, пожалуйста. Да, 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 Никита, я тебя очень прошу, аккуратно снимай. Пацаны, все! Если ты спалишься, придется завершить весь эксперимент. Ребята, спуститесь вниз, посмотрите, сколько на канале подписчиков. Почти 7 миллионов, осталось совсем мало. Также 7 августа у меня день рождения. И вы представьте, насколько это символичная цифра. 7 миллионов и день рождения 7 августа. Вы представьте, какой подарок вы могли бы мне сделать, если бы подписались на канал. Один раз нажав на кнопочку, вы сделаете мне просто невероятный подарок. Я верю в вас. Ну что, запакуем подарочек? Спускайтесь вниз, нажмите на эту кнопочку. Здравствуйте. А. Здравствуйте. Заходите, заходите. Здравствуйте, привет. Это привет. Саша, это Миша, это Егор. Здравствуйте, здравствуйте. Собственно, почему мы вас позвали? Для того, чтобы показать вам этот дом, он правда какой-то необычный. Мы очень часто слышим здесь какие-то голоса. У нас происходят какие-то странные вещи. У нас, помнишь, упали книги? Да, скажем так, здесь невозможно находиться ночью вообще. То есть ребята, бывает, уезжают отсюда, потому что разный шум какой-то необычный. Вот, у нас падают вещи. Мы думали, что это сквозняк, но поняли, что нет. Мы все окна и двери везде закрываем всегда на ночь. А помнишь, пианино само играет еще по ночам? Да. Ребят, поменьше слов. Давайте, за дело. Подождите, давайте, прежде чем мы просто подготовили для вас небольшое задание, ну, это как мини-тестик, я не знаю, просто мы первый раз вообще вызываем экстрасенса и хотели бы проверить, реально ли вы способны, есть у вас какие-то способности. Да, это может звучит как-то обида, но нам, это все-таки платим вам деньги. Ребята, я профи, поэтому все, что вы скажете, я сделаю. Итак, в чем заключается ваше задание, ребят? Смотрите, у нас есть конверт, и здесь есть одна фотография, на которой изображен человек, кто-то из нас троих. И вы должны угадать, кто из нас троих на этой фотографии. Такой небольшой экспрессик. Да, по-быстрому. Если вы справитесь, будет круто. Хотя, если вы даже не справитесь, ничего страшного, мы понимаем, что достаточно сложная заданица. А вы прям с сумками, коробками? Все, ребята, не обращаем на это внимания, работаем. Работаем. У меня было хорошее настроение, пока я сюда не зашел, и начинается. Это не имеет отношения к нашему делу. Это вы. То есть он изображен на фотографии? Честно, да, это честно, вы. Даже я не знаю, кто вы уверены? Там. Это... Миша. Да. Серьезно? Вы угадали. Охренеть, я даже не знал, даже я не знал, что это я там. Вы угадали, понимаете? Класс, отлично, ребята. Ребят, вы забираете мое время, все, драгоценное все, время, мы... будьте добры. Да. Пройдем, пожалуйста. Да, взять конечно, сумку, конечно, может, конечно. Коробку? Давайте, давайте, не надо, я все свое ношу с собой. В общем, мы хотим вам объяснить, что здесь происходят, правда, очень странные вещи. Поэтому, как вы только вы зайдете в этот дом, будьте готовы ко всему. Я вам просто сразу говорю об этом. Я первый или вы заходите? Давайте я. Давайте, да, давайте, давайте, друзья. Друзья, давайте. Ну вы нас, конечно, удивили. Я только на битве экстрасенсов видел. Вы случайно не участвовали? Что ребят, чувствуете? Что чувствуете? Я... Давайте сначала о простом, о житейском. Туалет у вас тут есть? Да, конечно, можете пройти в одежду. Вы хотите, я вещи ваши поставлю? Будьте добры, осторожно. А что там? Вы знаете, не надо бежать впереди паровоза, ребят. Все потом, все потом, все потом. Слушайте, ребят, а что у вас свет тут прыгает, то гаснет? А, это просто у нас тут датчик. Короче, ребят, на самом деле, по нашей традиции, мы сделали небольшую обманку. Он никакой не экстрасенс. Он бы сказал, что в этом конверте было сразу 3 фотографии, а не одна. Зато мы теперь точно знаем, что он не экстрасенс. Погнали дальше его кошмарить. Ну что, в полной боевой готовности вы получаете. Так, ну что, куда идем? Давайте присядем, мы вам покажем видео, которое мы сняли. Это самый интересный момент. Подождите, что-то меня тут беспокоит, друзья мои. Что-то тут, что-то тут. Отойдите чуть-чуть. Хорошо.
Да, я чувствую, работает. А где, где, где? А вот, 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 вот. Вам помочь? Не надо мне помогать, ребята, я профессионал. Я все делаю сам. Куда? Ну вот, на этот пуфик. Слушайте, друзья мои, да что это за ширпотреб? Ну дайте мне стул какой-нибудь, ну что такое, ну. Смотрите, сейчас я вам покажу видео, которое мы буквально на днях сняли. Чаще всего у нас странные вещи происходят ночью, но последнее время, даже днем... Ну смотрите, но даже... Вам плохо, типа? Да неплохо, дело не в плохо тут. Что-то я чувствую, аура тут какая-то, тут, понимаете, кротиная дыра. Давайте я вам покажу видео, и вы уже скажете, что это может быть. Так. Вот. Это... Это у вас происходит? Да. Вот это? Да, да. И похоже. Да. Ребята, работы тут очень много. Давайте мы поднимемся и посмотрим все своими глазами. Стоп, предоплата, вперед. Полная предоплата, пожалуйста. Я шага не сделаю без полной предоплаты. Надо полностью сумму платить. Полностью сумму платить. Саш, неси. Я не знаю, мне лишнего не надо, пожалуйста. Правильно понимаю, что если даже у нас, не, как указано на сайте, что даже если у нас что-то не получится, все равно мы не сможем у вас, ну, вы не сможете вернуть нам деньги. Правильно я понимаю? Я сделаю все, чтобы вам помочь. Понял, окей. Поэтому... Как договаривались, пожалуйста. Хорошо. Спасибо. Я верю вам. Пойдемте, пойдемте, мы вам покажем это место. Я готов. Будьте готовы. Сколько сейчас время? Сейчас 8 часов. У нас вот в 8.20 всегда начинается самая лютая херня. После 8, да, после 8 вечера. Часов. Мы не знаем почему, но вот... Ребята, спокойно. Не потому надо, не надо бояться. Не надо, ребята, напускать вот этот страх. Пойдемте, нам сюда, нам вот. Наверх. Хорошо, аккуратно, аккуратно. Может, все-таки коробку вашу оставить? Вы знаете, не надо. Тут в коробке у меня тайная помощница. Помощница? Так, это было в Сашиной комнате, да? Нет, это было на третьем этаже. А, на третьем этаже. Ребята, пофиг, какая комната. Ведите, чья, где, что и как. Ведите, давайте, давайте. Так, ребята, пошли. Это все очень серьезно. Это здесь? Да, это было здесь. А что вы делаете? Эти какие-то свои... Вы знаете, я у вас не спрашиваю, вы у меня тоже не спрашиваете. Может, на стол. Как скажете, как скажете. Вас не трогаем. Не надо подглядывать, ребята. Это все начинается моя работа. Это бубен? Это ритуал, да? Какая разница, ребята? Не надо мне задавать все, вопросы. Все, извини, все, извините. Я работаю. Извините, пожалуйста. Я работаю. Тут работы очень много. Все, тут надо все это изгонять. Изгонять надо. Скажите, а этот бубен точно помогает в этом всем? Вот о чем мы вам говорим. Вот это постоянно у нас. Спокойно. Что за фигня? Спокойно, друзья мои. Спокойно, спокойно, спокойно. Вы знаете... Ах, ничего, ничего, сейчас мы... В смысле ничего, оно само по себе упало. Да не может оно само по себе упасть. Может ветер, там окно открыто было. Дайте я посмотрю, может оно на ножка какая-нибудь. А есть тут кто-то кроме вас, минуточку? Нет, только мы троем. Точно? И вы. Это четвером. Серьезно, это по-мужски, серьезно вы спрашиваете? Да. Не надо, ребята, слово пацана я знаю, эти слова пацана. Что делаем? Стоп. Это вы скажите. Я знаю, что мы будем делать. Итак, скажите мне, да. Вы тут живете? Да, 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 да. Это ваш дом? Да. Да. Никто не занимается тут магией из вас? Ну, конечно, нет. Мы же точно? Не раз... Да. Так, это тут правда, правда, правда. Хорошо, никто не занимается магией. А как вы спите? Знаете, плохо очень сплю, на самом деле. Сны снятся? Не снятся сны. Эротические, нет? Нет, нет, нет. Хорошо, вам еще рано. Вот сонный паралич, сонный... Потеете, потеете, потеете. Очень сильно потею. Вот, вот, я говорил. Это плохо? Это, ребята, кротиная нора. Все, ребята, походу, возможно, это из-за меня все. Это все да из-за меня. Да не надо ссориться, не из-за вас, все нормально, ребята. Хоть бы не из-за тебя. Все мы сделаем, все тут будет добро. Так, с чего начать? Кто хозяин этого дома? Кто вы? Вы? Егор. Слушайте, вы шутите или серьезно? Какой же он хозяин? Он не хозяин. Я снимаю дом этот. Так а хозяин? Кто хозяин этого дома, ребят? Вот тут
Мы реально были в шоке, у нас даже появились сомнения. Может, все-таки он настоящий экстрасенс? Хотя мне что-то подсказывает, что он просто очень смышленый. Ведь все шарлатаны такие. Фактически, есть еще один человек, который сдает нам этот дом. Видимо, он и есть хозяин, поэтому... Давайте. Его хозяина или что-нибудь, что мне надо видеть. Тут одежда. Есть фотка. Давайте фотку. Там где-то? Где фотка? Помнишь, где мы еще смеялись, брали фотку, ее смотрели? Найдем, ребята. Ты не помнишь, где она, Егор? Где фотка? Да, подождите, сейчас поищу. Сейчас где-то она. Вот она. Сейчас будет угар полный. Надеюсь, он не смотрел этот мем. Смотрите, есть фотография. Я согласился, зря. Нашел? Есть фотография. Слушайте, ну что это? Это... Сюда. Лицом. Переверните лицо вниз. Это... Отсюда исходит... Но я этот дух переборю. Это кротиная нора. И эта энергия уходит в космос. Что? Эта энергия уходит в космос. Из-за него? Из-за него. Злая энергия уходит в космос. Одежда хозяина дома есть? Ну, никто не может. Может быть, внизу, может быть, где хозяйская комната, которую нам нельзя открывать. Может, ребята, вы не понимаете, эта одежда, она наводит на вас порчу. Так мы ее не носим. Какая разница? Он в ней ходил. Если она в доме, то она может приносить. Он, правильно вы думаете, правильно. Вы сразу мне приглянулись. У вас умные глаза. Значит так, ну вас тоже. Работаем, ребята, давайте будем работать. Подождите, а что с фоткой? Ее сжечь, порвать? Да выброси к черту твоей матери. Что мы сейчас делаем? Вы нам объясните. У нас происходят очень странные вещи, которые просто невозможно объяснить. Надо закрыть двери, закрыть окна. Сейчас. Все окна закрываем. Закрываем все окна. Вы же говорили про вещи. Может, давайте их, не знаю, выбросим из дома? Ребята, да. Итак, мы спускаемся вниз, ищем вещи хозяина и их выбрасываем. Подождите, откуда вы знаете, что они внизу? Да я не знаю, я чувствую. Это все тут, не надо меня сбивать, слушайте. Я просто помогаю, пытаюсь помогать. Поехали, ребята, побежали. Давайте быстрее. Быстрее, ребята. Возможно, на первом этаже. На первом этаже возле бассейна, да? Где одежда? Это что нахрен было? Кто тут есть? Это наверху! Ну наверх быстрее! Что там случилось? Кто тут? Где я? Что? Что случилось? Может, мониторы? Пожалуйста, если это какой-то прикол, ребята, если вас... Ребята, бокалы. Они разбиты. Твою мать. Нихуя себе. Как вы это можете объяснить? Я это пока что никак. Да как? Вы же сказали, мы же вам деньги дали. Да подождите вы за деньги, за свои. Какие деньги? Слушайте, ребят, слушайте. А может быть я как-нибудь... Я хочу вам сказать вот что. Я такого еще в жизни своей не видел. Это же надо. Предлагаю вам вообще отсюда уйти. Мне очень стрёмно. Стоп, не надо никуда уходить. Что делать? Что делать? Мы проведем обряд, ребята. Обряд. Только не здесь. Тут охуенная аура. Тут, вы понимаете, тут энергетика плохая. Куда идти? Куда пойдем? Я иду. За мной, безопасное место? Безопасное место. Я знаю. Я остановлюсь. Где? В Лехину комнату, пацаны. Я не знаю. В Лехину, в Сережину, в Колину. Ай! Я упал, ребята, я не знаю, как это вышло. Твою мать, что такое? Ничего себе. Живой? Нормально все? Все нормально. У меня сейчас ощущение было, как будто меня кто-то вот в спину прям пихнул. Я клянусь, я просто шел, такое было ощущение, что меня пихнули. А вы не пихнули случайно в спину? Да вы что, гоните? Не, просто спрашиваю. Куда я буду толкать? Так, ребята. Все, в комнату. Это кротиная нора. А, свет, может свет включить? Сейчас включу. Темно, включите, ребята, включите свет. Вот, пожалуйста. Свет. Так. Может, хоть бы вы нам помогли, пожалуйста, помогите все, нам. Все будет, ребята, надо осмотреться. Вы говорите, что поможем вам что-то сделать. Поможете, ребята, поможете обязательно. Так, я чувствую тут аура, понимаете, вы не знаете, что такое аура. Возьмите мою помощницу Изольду. Кого? Изольда моя помощница в коробочке, только аккуратно, пожалуйста, ребята. Давайте, делайте, что я говорю. Кротиная яма тут, они дома.
Там крыса. Вы принесли крысу в коробке? Да это не крыса, это моя помощница. Ладно, Изольда, хорошо. Ребята, спокойно. Ее надо в руку взять? Да, кому-то из нас, да? Да, я не буду, я боюсь крыс. А почему не предупредили? Мы же... Это маленькая хорошая крысенька. Маленькая хорошая? Да, что закусит его? Да ничего она не укусит. Ее надо в руку прям брать? Или можно в коробке просто? Просто в коробке можно взять, да? Все в коробке, ребята, в коробке. Она хорошая, хорошая. Изольда, Изольда, Изольда. Спокойно, я еще не все посмотрел. Да, ей прям тоже что-то не нравится. Она может чувствует, что... Да, она прям очень суетится. Злые духи здесь, ребята. Ой, кто это? Ё-моё. Что там? Это же змея, это же слуга дьявола, понимаешь? Твою мать! Миша, ты... Ты, блядь. Что вы наделали? Да вы ебать вообще, пацаны! Да вы же говорили, что дверь закрыта! Давайте ловите быстро Изольду! Изольда моя! Изольда, это же надо попал! Ну, где Изольда? Ну, почему? Да что вы стоите? Где? Куда она убежала? Да, ребята, мы действительно потеряли крысу этого экстрасенса. Вот с этой камеры есть фрагмент, как она убегает через дверь на улицу. Но мы даже представить не могли, что экстрасенс принесет с собой крысу. Так, гоните бабки за крысу. А, давайте рассчитаем. Получается, все готово, да? Подождите, а сколько мы договаривались? Как договаривались, давайте бабки. Что? Что это? Что это? Откуда я знаю, что это? Хлопцы. Что это? Я умываю руки, все, я укажу. Как куда? Я все укажу, все. Я ухожу. Не уходите его, не уходите. Что? Смотрите, я понимаю, что у вас может сейчас не получается, но давайте еще раз попробуем сделать обряд. Может, все получится. Мы заплатим больше, чем. Ребята, надо. Какие обряды? Я лечу от поноса, я лечу от пиявками геморроя лечу, понимаете? Бородавки вывожу, ну вот такой хуйня первый раз столкнулся. Вы что? Подождите, Стойте. Что? Давайте так. Мы понимаем, что вам это очень сложно, но если мы вам доплатим чуть больше, вы останетесь и все-таки попробуем еще раз. 10 минуток, и если что, все. Насколько больше, ребята, насколько больше? Все, что у нас осталось, мы вам отдаем. Дело не в деньгах. Ну, замечательно, да. Меня это устраивает. Все, работаем. Делаем дальше. Побежали, ребята. Это невероятно. А что свет вырубился? Стоп. Почему горит огонь? Он не горел, ребят, клянусь. Что за странный... И воняет какой-то серой. Слушай. Почему он другого цвета? Я не знаю. Фак! Что это? Скатерть упала! На минус. Ребят. Побежали вниз. Все вниз. Все вниз. Все вниз, пожалуйста. Вниз, спускайтесь. Что такое? Что происходит, блин? Куда? Сюда. Это манекен. Что это? Манекен. Какие манекены? Как вы мне... Этими манекенами. Куда? Куда здесь? Что? Тут закрыто. А у нас здесь только бассейн, но тут... Тут бассейн, тут никого нету. Ну надо же выход найти, ребят! Давайте наверх. Пошли наверх. Что в этом доме происходит? Скажите мне, что? Держи дверь! Вот, походу. Вот они. Куда? Куда? Здесь, давай, беги! Твою мать! Быстрее! Да это куда? Куда ты бежишь? В комнату! Какую комнату? Мою! Хлопцы! Туалет! Гардероб! Куда? Сюда! Какой туалет? Сюда! Мы же были в бассейне! Быстрее заходите! Куда? Что тут? Что гардероб! Это? Какой гардероб? Это кто? Заходите! Что вы тут делаете в этом гардеробе? Я не знаю, кто это? Это что, люди были какие-то? Я не знаю. Это были манекены, вы сами видели. Какие манекены? Ну? Это были наши манекены, которых мы вещи мерим, а потом они ожили в какой-то момент. Какие манекены? Может, показалось, я не понял. Подожди, стоп. Нет, они ожили по-любому. Вы что? Манекены ожили, вы что? Что такое? Манекены? Что за ржака? Я не понимаю, пацаны. Все в порядке. Что в порядке? Извините. Дело в том, что мы снимали пранк. Это розыгрыш. Какой пранк? С этими пранками. Извините, пошел ты. А ты что снимаешь? Иди отсюда, сказал. На. Вот вам пранки все. Стойте. Короче. Давайте розыгрыш, не розыгрыш. Я работал?
Бабки гони, давай бабки. Так бабки. Вы же шарлатан. Бабки давай, шарлатан. Подождите, подождите, стойте. Вы же реальный обманщик. Пацаны. Потому что было 3 фотки в конверте, вы не угадали. Пацаны, 3 фотки, 5 фоток мне... Бабки гоните, потому что ваш дом этот сожгут. Я скажу пацанам, сожгут ваш дом. Понимаете или нет? Да пошел ты же, ты снимаешь, козел! Все, ладно, подождите, давайте мы дадим деньги, как ты говоришь. Бабки давай. Давай. Я работал, давай. Что ты чулок одел? Держите. Пацаны. Двери там, я могу... Малолетки, все, пока. Ну это же смешно, нет? Какой ты смешно? Сам ты смешной. Идиоты. А я вижу, ты не подписан. Жду. На канал. Ну да. Ты подпишись на мой канал, сделай это сам. Сделай кнопку серой, просто тыкнув на экран. Подпишись на мой канал.